Эх, Атомик, спасибо огромное за доставку, за мой выжимной. Ох, по-новому помчим. Технических историй вам в ленту. Короче говоря, раньше я использовал вот такой вот выжимной подшипник, который тонну просто весит. И смотрите, короче, в чем прикол. Он давил на корзину, ну, собственно говоря, вот видно. То есть не там, где нужно. Вот. Гидравлический же подшипник будет давить на край лепестков. Вот. И, соответственно, более легко будет работать сцепление, это раз. Ну и за счет гидравлики, за счет более правильного нажима. Соответственно, предварительно мы подготовили вот такую вот штукенцию, на которую будет установлен этот подшипник. Соответственно, естественно, тут всякие шланчики. Вот. А вот эта вот вилка, просто которая весит, ну, я не знаю, тонну, наверное, со старым выжимным. Короче говоря, теперь остается, в общем, в прошлом вся эта система. Сильно тяжелая, сильно неправильная. И, конечно же, вот с таким выжимным и с такой конфигурацией ездить и нормально контролировать сцепление практически невозможно. Колокол сейчас отвезу, помою, грязновато он. И всю эту красоту чуть позже соберем. И будет теперь вообще ничего не весить эта история. Кайф. Старая система выжима весит почти 3 килограмма. Да, неплохо. Один выжимной, наверное. Ну-ка, сколько сейчас посмотрим. Один выжимной килограмм. Так, а новая получается чуть больше килограмма. То тут, если эти все упаковки убрать, килограмм. А сам выжимной весит 300 грамм. Кайф. Сильно нравится вам все эти технические истории, вы пишете много отзывов, даете обратную связь, поэтому давайте продолжим и в следующих сторисах посмотрите, как же подключается вся эта гидравлическая система. Представим, что здесь цилиндр, два выхода, АН-3 там, вот эти фитинги под АН-3, здесь шланг получается, здесь тоже фитинг, это быстро съем. Вот, сюда накручивается такой же фитинг, и вот у него вопрос, который одевается на цилиндр. Там, я так понимаю, что банджо будет. Если там банджо, то мне нужно будет диаметр болта, чтобы я подобрал банджо, чтобы можно было болтом родным перетянуть. С этой стороны, получается, фитинг накручивается на тот штуцер, который в цилиндре выжимном. Шланг пошел, в такой же фитинг одевается. И вот клапан, который прокачной. Про такой же клапан идет речь, который прокачивается, ну, для прокачки. Вот такой. Так, есть, значит, пара уточняющих моментов, очень важных. Дамир, спасибо тебе огромное, что подсказал. Ну, во-первых, самое главное, это, конечно, то, что подшипник должен центроваться не за счет вот этих вот отверстий, а за счет... С гордостью для меня и себя хочу рассказать вам, наконец-таки, про свою секвентальную коробку передач, которую я начал тестировать с начала года. Как-никак прошла она уже 3 этапа, была несколько раз на стенде, на тестах, и сейчас возвращается ко мне с Екатеринбурга после некоторых доработок, ребилда, и в целом посмотрели, что да как она себя чувствует. Класс, доволен, нереально, никогда себе не мог позволить секвентальную коробку, и, пожалуй, бы, наверное, и сейчас бы ехал, не пойми на чем. Почему? Потому что они действительно дорого стоят, там, по 1 000 000 рублей и так далее. Здесь в 2 раза дешевле, и я, честно говоря, рад, что есть российская компания, компания GearSet, которая в России реализовала, наконец-то, такой нужный нам всем проект. Скоро напишу вам пост, он уже почти готов. Ну а пока вот такие репосты. Задняя, теперь нейтраль, первая, часы такие себе домой хочу. Ну вот, теперь как новенький стал, красота, чистота, класс.
скоро буду ставить.